Странно. В детстве я ни разу не ездила в лагерь. Зато теперь отправили прямо со сборов. Комитету понадобился кто-то на роль пионера, и поэтому искали среди ребят помоложе. Конечно, мое личное дело сразу подняли. Восьмилетка экстерном, первый курс с отличием, младший лейтенант в 15 лет. Командирована в специальный пионерлагерь «Буревестник» для оперативной работы. Забавно я, наверное, смотрюсь в этой форме. Смеяться тут или плакать? Эй, Черныш, как ты там, не укачала? Да нет, задумалась просто. Почему Черныш? Шутит он так, что ли? А, ничего, это бывает. Я часто в начале смены таких, как ты, подвожу, опоздавших. Лагерь-то далековато от города, просто так не добраться. А ты отличница, небось? Ну да, люблю учиться. Правда, школу давно уже закончила, надо бы тему сменить. А вы, раз часто ездите в лагерь, может, расскажете что-то интересное? Ну, в дороге же, наверное, столько всего интересного происходит. Да что там, детишки по дороге все песни поют да балуются. А я-то на дорогу смотрю, если что случится, меня ж под суд. Вот гляжу в оба, стараюсь не отвлекаться. А на дороге прям страсть как интересно. То белка выскочит, то заяц, а однажды как выскочит целый... Лось! Ты видела? Ты это видела? Человека сбил. Да еще и лось этот чертов. Дяденька водитель, а меня-то выпустите? А где девка-то? Куда-то сюда отбросила. Я же ясно видел. Ну что, не видно там? И с этой стороны дороги тоже нет. Ноги дрожат. Посидеть надо бы. Видел ведь ее собственными глазами. И фара вот разбитая. Первый раз со мной такое. И не пил ведь уже месяц. Ну вот тебе и интересности в дороге. Хотела интересных историй? Получи и распишись. Лоси какие-то с девками под колеса бросаются. Показалось. Ей-богу, показалось. А где теперь эту девку искать? Не по лесу же она бегает. Мое! Надень его! Галстук! Маша, надень галстук! Нет! Вспомни, кто ты! Плоть! Это же я! Узнаешь? Да очнись же ты! Кто ты? А кто я? Я человек или... Нет,
Нет! Не хочу! Не могу! Надень галстук! Ты должна, Маша! Ты ведь не хочешь, чтобы с тобой стало, как с Тоней! Как с Тоней! Хочу возвращаться. Не хочу, не хочу, не могу. Ну все, все, все уже закончилось. Сколько можно? С каждым разом все хуже. Смотри, что натворила. Все хорошо, все будет хорошо. Катька что-нибудь придумает. А ты пока не снимай галстук. Никогда, слышишь? Ну вот, ты сама-то идти сейчас сможешь? Не знаю. Ну давай, помогу. Ну что, готова? Всегда готова. С той поры любовь и смерть, как сестры, ходят неразлучно до сего дня. За любовью смерть с косой острой тащится повсюду точно сводня, ходит околдованной сестрой, и везде, на свадьбе и на тризне, неустанно, неуклонно строит радости любви и счастья жизни. Хорошая поэма, сильная. Что-то автобуса долго нет. А! Ты, Двойкина, если сил удевать некуда, ведра до корпуса младших одна потащишь. Ха, вообще пофиг. О, гляди-ка, а вот и наше пополнение. Ярослава Майорова. Отличница, спортсменка, пионерка и просто красавица. Здравствуйте. Ага, салют. А ты почему одна и пешком? Где автобус? А автобус вон там остался. Мы в аварию попали. Вот как чувствовала неладное, а? Я вызываю техпомощь, а вы отнесите ведра завхозу. Потом Слава к директору с документами, а оттуда в отряд на знакомство. Ну что, все слышала? Бери ведра и вперед. Девочка, ты свое ведро забыла взять. Слушай, ты, ну-ка взяла оба ведра и пошла за ней. Быстро. Будешь вожатой, тогда и указывай. Ты хоть знаешь, с кем связалась, зубрила? По-моему, это ты не знаешь, с кем связалась. О, ну ладно, чего ты, пошутить уже нельзя. Пошли, вожатую догоним. Ну и шуточки тут у вас. Быстро же она сдалась. Жизнь. Она всегда бросает нам вызовы. Она не ждет, когда нам будет удобно. И не предупреждает заранее. Она просто испытывает. Готовы ли мы? Готова. Всегда готова. Немедленно прекратить! Ни на минуту нельзя тебя оставить, Двойкина! А чё я-то сразу? А ну-ка сейчас же обе взяли ведра и понесли! Ведро-то возьми! Сама возьми! Сама! 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 Да ну вас, сама отнесу!
лейтенанта все туда же. Задирается с этой неуправляемой. Все же нехорошо вышло. Подождите! Давайте я все же помогу. Еще и подлиза. А как же та девочка? Двойкина? Пусть идет. Сколько можно с ней нянчиться? Олимпиада Викторовна. Не бери в голову. С Двойкиной всегда так. Она ведь меня проверяла, да? Не люблю такое. Понимаю. Но и ты пойми, тут коллектив немного другой. Нужно быть умнее, а не в драку лезть. И галстук с себя чуть что не срывай. Не в этом лагере. Смекаешь? Так точно. Отставить обращение по уставу. Поняла. Ладно, дальше тебе вон туда, к директору. Давай ведро. Кстати, хотела спросить, а зачем эти ведра? Водитель обещал яблок отсыпать. Он у местных берет. Такие красивые и сладкие. Не сравнить с теми, что сюда завозят. О-о-о. Ну вот я и хотела младших ребят порадовать. Теперь уж отложить придется. Ладно, давай иди главному доложись. А я пойду автобусу помощь вызову. Как-то уж слишком тихо. Интересно, а где все пионеры? Главное, ничему не удивляться. Добрый день. Скажите, я правильно иду к директору? О, ты новенькая? А в каком отряде? А какого ты типа? Меня Маша зовут, а тебя? А меня Слава. Я пока не распределена в отряд. А это Алена. Приятно познакомиться. А Слава это от Вячеслава или от Ярослава? Глупая, имени Вячеслава не бывает. Ну, Вячеслав же есть. Извини ее, иногда совсем не думает. Да все хорошо. А это у вас игра какая-то? Нет, это она просто перепачкалась вся, с ног до головы. Пришлось отдать форму в прачечную. А сейчас за новой идем. Ой, а тебе же, наверное, холодно? Не, лето же. И вообще, мне скрывать нечего. Я и так могу! Стой, буйная! Так, тебе вон туда, увидимся. Стой, дура, пацаны же увидят. Ля-ля-ля, ну и что? Какие милые! Странные, но милые! Погодите-ка, а что это за запах такой? Как будто... Кровь? Нет-нет, показалось, должно быть. Все, бегом к начальству, потом буду разбираться.